такой вот смузи я сегодня буду делать. Два вида смузи. Один из банана, вишни и персика. Второй из вишни, банана и ежевики. Для смузи в чашу блендера налили стакан молока. Из морозилки я достала ягоды ежевики. Ежевику бросаем в блендер. Также из морозилки я достала вишни и, не размораживая, бросаем в блендер. И ложим замороженный банан. Все это взбиваем блендером. Все, смузи готов. Разливаем его по порциям. Это очень вкусно и очень полезно. А теперь делаем смузи из банана, вишни и персика. Заливаем молоко. Один стакан. Добавляем вишню. Вишня должна быть без косточек. И ложим ее, не размораживая. В чашу блендера добавляем замороженный банан. И замороженный персик. И все взбиваем блендером. Наш смузи готов. Вот такого вот малинового красивого цвета. Теперь будем разливать по бокалам. Вот такая вот красота у нас получилась. Красивый малиновый цвет смузи. Вот готово у нас смузи. Ежевика, вишня, банан и вишня, персик и банан. Приятного вам аппетита! Всего вам самого-самого доброго. До новых встреч. Пока-пока.